Доброго утра всем, кто начинает день с Первым Приднестровским. В эфире ежедневная бодрящая программа «Утренний кофе», и мы, Лидия Салкуца и Николай Штанский, знаем, как сделать утро добрым и позитивным. В субботу все мужчины нашей страны, даже те, кто не служил, отмечали 23 февраля – День защитника Отечества. А сегодня понедельник, но какой приятный сюрприз – выходной день, причем благодаря празднику. О нем и будем сегодня говорить, а заодно постараемся зарядить вас хорошим настроением на весь день. Доброе утро! Начало недели, а значит, снова начинается наша викторина, которую мы проводим вместе с интернет-магазином подарков и сувениров «Сундук». С понедельника по среду мы будем задавать вам не очень сложные вопросы. В четверг будет специальное задание от магазина «Сундук». И тот, кто первым правильно ответит на все вопросы и выполнит задание, получит главный приз. А главный приз на этой неделе – это вот такая кружка-термос. И что важно для автомобилистов, она еще и электрическая, то есть с подогревом. Ну и, собственно, вопрос. Как называется масленица в Греции? Ответы присылайте на адрес электронной почты utroconkurs@yandex.ru. Не забудьте указать в письме, как вас зовут и как с вами связаться. Ну а если в конкурсе участвовать нет настроения, а приз понравился, загляните на сайт интернет-магазина «Сундук». Там еще много интересного. Так повелось, что 23 февраля праздник хоть и военный, но отмечают его все мужчины без исключения. Этакий мужской день по аналогии с женским днем 8 марта. Празднуют все, от мала до велика. Про праздник у самых маленьких наш сюжет. В детском садике серьезный праздник. Главные герои сегодня – мальчишки. Они нетерпеливо ждут начала спортивных эстафет и с любопытством рассматривают красочные поделки, которые они мастерили специально к этому дню. К главному мужскому празднику они серьезно готовились. Мы стараемся привить у детей такие качества, как доброта, отзывчивость, забота о ближнем, о девочках, которые с ними рядом. Дома с родителями они изготавливали различные поделки. Готовились к соревнованиям, конечно. С родителями ходили на стадион. То есть, чтобы сегодня показать свои результаты, показать, какие они смелые, сильные, ловкие. Соревноваться сегодня будут две отважные команды – танкисты и моряки. Совсем скоро начнутся конкурсы, а пока юные защитники поздравляют всех с праздником и весело маршируют под музыку. Соревнование ребят ждет серьезное, поэтому нужно хорошенько разогреться. Под задорную мелодию малыши разминаются, они уже в предвкушении первой эстафеты. Итак, в руках у юных спортсменов мячи. Сначала их ждет конкурс на меткость, а затем встречная эстафета. И после такого активного начала неплохо бы передохнуть. Самое время рассказать стихотворение. Мужчина очень гордый, он не грубит соседу. Он две тарелки каши съедает за обедом. И снова в бой. На старте отважные капитаны. Они должны продемонстрировать всю свою силу, и мальчишки достойно справились со своим заданием. И как может быть иначе, ведь в зале их поддерживают боевые подруги. Впереди новый конкурс «Путешествие в тумане». На глазах у ребят платочки. Держась друг за друга, они должны пройти по ровной линии и не сбиться с пути. Ну а потом внимание нужно уделить юным дамам, без которых никуда. В парах ребята танцуют задорную польку. Ну и напоследок настоящая полоса препятствий – эстафета для будущих бойцов. И с этим заданием ребята справились на отлично. Проявили себя мальчишки и в последнем, главном конкурсе, который называется «Выручи товарища». Уже сейчас они знают, что такое взаимовыручка. Мы тренировались, мы учили, трудились. Да, помнишь, первая встречная? Вот это вот мы и делали еще. Ты забыл, видишь, я же говорю, что я буду подсказывать. В упорной борьбе победила дружба. Маленькие спортсмены показали, какие они сильные, ловкие, смелые, отважные. Они уже сейчас точно знают, каким должен быть настоящий мужчина. Настоящий мужчина должен быть сильным, смелым, ловким, умным. И побеждать всех. Побеждать всех, кого надо.
В Советском Союзе, а после его распада в России, Украине, Белоруссии, Приднестровье, мужской день отмечают 23 февраля. Формально это не очень правильно, ведь служили далеко не все мужчины. Ну и некоторые женщины служили к тому же. Угу. С другой стороны, и к армии дата 23 февраля имеет весьма туманное отношение. Поэтому дату можно считать просто праздником всего мужского населения. Праздники мужчины есть и в других странах, хоть и приходятся они на другие дни. Традиции чествования сильного пола изучала Славина Савчук. «23 февраля – День защитника Отечества. И даже те, кто не служил в армии, считают себя причастными к этому дню и ждут от своих любимых и дорогих людей подарков. Как отмечают этот день в других странах и отмечают ли его вообще? Сегодня об этом мы поговорим с директором туристической компании «Рио» Евгением Васильевичем Корчмарь. Доброе утро. Доброе утро. Жень, расскажите, пожалуйста, что вы знаете об этом празднике, ну, не касаясь нас, да, вот если взять зарубежные страны. Как там, отмечают ли вообще или это только наш праздник? Ну, вообще это праздник советских времен и, соответственно, на постсоветском пространстве его в некоторых республиках еще отмечают. Но, насколько я знаю, за рубежом, в западных странах, там, в Латинской Америке он не отмечается. А в каких странах на постсоветском пространстве он празднуется и каким образом? Ну, вообще, можно вспомнить, как появился этот праздник. Существует несколько версий, но я знаю, что 23 февраля 2018 года русские войска одержали победу над немецкими войсками под Нарвой и Псковом. И этот день считается днем рождения Красной Армии. А в 22-м году его узаконили и сделали днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вообще для меня этот день очень памятен с детства, потому что я всегда поздравлял своего отца, писал ему открытку, и он меня поздравлял. И так как мои оба дедушки воевали, считается, что этот день особенно такой праздничный для тех, кто служил, воевал, то есть как-то был причастен к армии, то я вот дедушек всегда в этот день поздравлял. Мы в село ездили к дедушке. То есть, ну, этот праздник отмечался. Насколько я знаю, сегодня он отмечается в России, на Украине, у нас в Приднестровье, в Киргизии, в Таджикистане, в Белоруссии. Во всех других республиках его отменили. Одними из первых, насколько я знаю, это были Грузия, Армения и Прибалтийские республики. А с каким размахом отмечают? У нас это концерты, это, может быть, какие-то парады, ну вот такие узкие, да, то есть там рота почетного караула в центре проводит красивое дефиле, и как бы потом уже там концертные какие-то программы и все. Как там вот отмечают? Ну, насколько я знаю, ну, особенно в советское время, это были разные праздничные действительно концерты, вечера, то есть на работе у всех были корпоративы к 23 февраля, потом к 8 марта, то есть это такая как бы всегда была традиция добрая. Как-то особо широко, насколько я знаю, он не праздновался, то есть парады обычно там уже в мае, на 9 мая происходили. Но мне очень запомнилось вот из детства, из школьных таких лет, что вот открытки всегда подписывали, то есть открытки были, целая серия была открыток, посвященных этому празднику. У нас сегодня уже мы забываем об открытках, но телеграммы уже давно уже ушли в прошлое. Но тогда и телеграммы были, я помню, поздравляли. Сейчас уже все в электронном виде. Но такая хорошая традиция. Евгений Васильевич, 23 февраля уже прошло. Часто ли заказывали куда-то тур, путевки вот именно на этот день? И куда чаще всего? Да, конечно, на эти даты активность немножко выше. И, ну, у нас целый ряд путешественников сейчас находится в разных странах, но в большинстве это Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Таиланд, Доминиканская Республика, ну, и уже другие теплые, вот Мальдивы тоже есть там у нас. То есть сегодня действительно 23 февраля можно отметить в какой-то теплой стране, и я думаю, что это тоже очень неплохо. А зачем тогда туда вообще ехать, если там не отмечают его? Ну, многие люди воспринимают этот праздник как просто дополнительный выходной. И в любом случае отметить можно везде, потому что главное – это твое состояние души и память о том, что этот день праздничный. Поэтому я знаю, что многие наши туристы в других странах его просто в каком-то узком кругу, там 2-3 пары или вообще там вдвоем, они, по крайней мере, его вспоминают этот день. Вообще хочу сказать, что в этот день, наверное, мужчинам приятно, что их поздравляют. И самое еще приятное вот для меня, что это последняя неделя зимы. И этот праздник означает, что вот уже скоро весна. 8 марта. И это самое радостное, мне кажется. Спасибо вам за интересную беседу. И вам.
А я хотела бы добавить, что 23 февраля уже прошло. Я надеюсь, что вы уже купили и сделали все подарки, которые собирались сделать. Не забывайте о том, что 23 февраля – это всего лишь один день, а ваши близкие люди с вами остаются всегда. Так что радуйте их не только в этот день. Напоминаем вам об СМС-чате, который прямо сейчас идет на ваших экранах. Отправляйте приветы своим родным и коллегам, признавайтесь в любви, поздравляйте с праздниками, знакомьтесь с кем-нибудь. В общем, пишите и общайтесь. Все просто как раз, два, три. Отправляйте СМС на этот простой номер, и все до единой СМС-ки, за исключением оскорбительных и нецензурных, обязательно выйдут в эфир. Наверное, на свете нет ни одного человека, который бы не знал о Ливерпульской четверке. Группа «Битлз» стала символом в 60-х, а каждый из четырех музыкантов – настоящей легендой. Один из великих четырех – соло-гитарист «Битлз» Джордж Харрисон родился в этот день 70 лет назад. Ровно 70 лет назад, в 1943 году, родился Джордж Харрисон, соло-гитарист знаменитой группы «Битлз». В 13 лет он самостоятельно научился играть на гитаре, а уже в 15 стал участником группы «Битлз». Со временем он стал развивать свой вокал и пробовал себя в качестве композитора. За все время существования группы он написал немало песен, но только 22 из них увидели свет. Он был автором первой социальной песни «Таксмен». Между прочим, Харрисон стал первым рок-музыкантом, который играл на 12-струнной электрогитаре. Большие перемены в его творчестве произошли после женитьбы на фотомодели Пэтти Бойд в 1966 году. Она привила ему интерес к индийской философии. В 26 лет Джордж принял кришнаизм и всю жизнь оставался его последователем. Карьера Харрисона начала стремиться вверх. Он стал первым рок-музыкантом, который выпустил тройной альбом и организовал благотворительный концерт. До него такого не делал никто. После распада группы Джордж Харрисон занялся продюсированием других исполнителей и даже пробовал снимать фильмы. На некоторое время он перестал сочинять песни, но тем не менее в 1987 году вышел его альбом «Gold Nine». По оценкам критиков, он стал лучшим альбомом экс-битов. Через год он создает супергруппу Traveling Wilburys. И пусть по жизни он был совершенно разносторонним, порой неузнаваемым, но одно желание у него было всегда. Мне хотелось бы думать, что все давние поклонники «Битлз» повзрослели, обзавелись семьями и детьми, но в их сердцах по-прежнему осталось место для нас. Понедельник, 25 февраля и 15-е лунные сутки – символ дня змей. Критический день перед полнолунием, когда активизируется внутреннее начало каждого человека, поддающееся земным соблазнам. В этот день следует защитить себя, практиковать любые формы аскетизма. Нельзя ругаться и принимать подарки. Давайте проявим осторожность, будем внимательны к себе, постараемся сохранить внутренний покой. Ну а о том, что нам сегодня свалят солнце и звезды, в нашей рубрике «Ежедневный гороскоп». Хотя в целом картина этого дня у овнов не слишком благоприятна, удачные моменты не исключены. Так, утром вы отлично справитесь с решением профессиональных задач, найдете ответы на вопросы, важные для вас и вашего руководства. Тельцам звезды советуют стараться не навязывать свои идеи и взгляды окружающим вас людям, но не стесняйтесь указывать им на недостатки и изъяны их собственных убеждений. Сохраняйте дружелюбие в общении с ними и подавайте им хороший пример. Они непременно к вам прислушаются. Если близнецы думают, что у вас не хватит времени, чтобы выполнить все поручения и разобраться со всеми нюансами какого-то дела, значит, вам нужно пересмотреть план действий на сегодня и выкроить пару часов на более детальный анализ всех подробностей. Некоторые вопросы слишком долго оставались без вашего внимания, а значит, вам просто необходимо их решить.
раком многое кажется простым и понятным, но ситуация, в которой вы сегодня попадаете, не так однозначна, как можно подумать. Наблюдайте, делайте выводы, но не торопитесь действовать. Неформальное общение, встречи с друзьями поднимают настроение. У львов этот день хорошо подходит для самостоятельной работы, учебы, проведения исследований. Для достижения успеха необходима свобода действий. Если вы связаны какими-то обещаниями, постарайтесь выполнить их как можно быстрее. Благоприятный день для перемен любого рода, от перестановки мебели до пересмотра кадровой политики. Девам иногда сложно понять, что настал великий день до тех пор, пока он не подойдет к концу. Сегодня у вас есть прекрасная возможность, чтобы прожить каждую минуту в свое удовольствие и насладиться действительно хорошими временами. У весов сегодня плодотворный день. В работе вы добиваетесь больших успехов, причем часто это оказывается неожиданностью и для вас, и для окружающих. Возможно, удача в деле совершенно новом для вас. Благодарить за это стоит ваших союзников, которые вовремя протягивают вам руку помощи. У скорпионов сегодня отличный день для работы, в том числе утомительной, сложной и требующей специальных навыков. Вам удается сосредоточиться на главном, отбросить все незначительное и неважное. Мелкие дела стоит доверить помощникам, чтобы полностью посвятить себя действительно важному проекту. Пришло время стрельцам вернуться с небес на землю и понять, что вы не можете контролировать абсолютно все. Перестаньте биться головой о стену и подождите благоприятного стечения обстоятельств, когда удача будет на вашей стороне. А сегодня постарайтесь сделать то, что сможете, и не трогайте те дела и сферы вашей жизни, которые вам не подвластны. Благоприятный, обещающий много интересного, день сегодня у козерогов. Вы мыслите в вашей степени нестандартно, ваши идеи и решения поражают своей оригинальностью. Люди, неспособные на смелые умозаключения, охотно следуют вашему примеру, поддерживают ваши начинания. Однако необходима осторожность в финансовых делах, есть опасность ошибок и неоправданных расходов. У водолеев постепенно влияние позитивных тенденций усиливается. Удается урегулировать мелкие недоразумения, наладить отношения с окружающими. Иногда вы идете на слишком большие уступки, но все же никому не позволяете садиться вам на шею. Рыбам сегодня удается правильно оценить ситуацию, какой бы сложной и запутанной она ни казалась. В этот день можно принимать стратегические решения, разрабатывать долгосрочные планы. Вы настроены очень серьезно, окружающим это нравится. Поступают интересные деловые предложения, также есть шанс найти высокооплачиваемую и интересную работу. В минувшую пятницу мы рассказали об историческом фехтовании, то есть умении пользоваться холодным оружием прошлого. Историческое фехтование – очень спортивное хобби. И как в любом спорте, прежде чем надеть историческое обмундирование, взять парадный меч и выйти на турнир, нужно долго тренироваться. О том, как готовятся рыцари современности, наш следующий сюжет. Мы уже узнали, что такое историческое фехтование. Для тех, кто пропустил, это навыки владения холодным оружием, использовавшимся в средние века. Всевозможные фестивали исторической реконструкции проводятся в основном в теплое время года, а межсезонье отмечается активной подготовкой к предстоящим турнирам. Причем, помимо бойцов, к новому сезону готовятся и организаторы. Особенностью этого года будет то, что кроме непосредственно вот этих традиционных профпоединков, которые проходят в 3 раунда по 3 минуты с применением там всевозможных приемов этого рукопашного боя, мы также активно будем развивать экспериментальную в прошлом номинацию, которую мы опробовали на Акерманском вызове 2011 и 2012 годов, так называемый профбой, парный профбой с компаньоном. Конечно же, чтобы чего-то добиться, в историческом фехтовании, как и в любом другом виде спорта, надо много тренироваться. Помимо навыков работы со средневековым оружием, большой упор также делается на общее физическое развитие. А еще межсезонье – это время подготовки новичков. Изначально начать тренироваться можно и без ничего. То есть все равно основу тренировки составляет физическая подготовка, то есть это ОФП, и существует определенный, что ли, ресурс такой общего снаряжения, которое тренировочное, которое может выдаваться на первых порах новичкам.
Кстати, историческое фехтование – это не только мужское хобби. Уже в этом году планируется активное развитие женских номинаций. Это нравится самим девушкам, им есть к чему стремиться в этом спорте, получается, у них есть своя собственная песочница. Это нравится, очень нравится зрителям, например, которые приходят на наши мероприятия, потому что это необычно. Все-таки не женское это дело мячом махать, к тому же это травмоопасно. Простите, что так закончилось быстро. Что и говорить, историческое фехтование – это настоящее мужское дело. И в наше время не перевелись еще истинные рыцари. И снова о прошедшем празднике. Однажды наступает момент, когда вам вручают маленький листок за подписью военкома. Для большинства молодых людей и их близких это время шагнуть в пугающую неизвестность под названием «служба в армии». Что ждет молодого солдата, представляют себе не все. В армейские будни на весь день погрузилась наш корреспондент Александра Шипилова. И теперь готова делиться впечатлениями. Служба в армии – это незабываемая часть жизни каждого солдата. Она наполнена своими традициями, культурой и своеобразным юмором. О ней вспоминают с улыбкой и гордостью. Срок службы по призыву в Приднестровье составляет 1,5 года. За это время армия делает из мальчиков мужчин. Чтобы понять, что же такое служба, мне пришлось вместе с молодыми солдатами роты почетного караула провести почти целый день. Мирное занятие по спецстрелевой подготовке. Тема 1. Встречи и проводы иностранных делегаций. Рота почетного караула – это особое подразделение. Поражает все. Прежде всего, в РПК ребят отбирают по определенным критериям. Конечно же, основной показатель – это рост. Он должен быть не меньше 176 сантиметров. Во время военных парадов зрители с нетерпением ждут именно их выступления, потому что выглядит это просто завораживающе. От слаженных действий солдат в особо парадной форме, которая, кстати, есть только в этом подразделении, невозможно отвести глаз. Дефиле с автоматом, пожалуй, самое сложное, чему молодым солдатам предстоит научиться. В некоторых странах роты почетного караула работают с муляжами. Автомат Калашникова в среднем весит 3,5 килограмма. Военнослужащие Приднестровской роты почетного караула – единственные в мире, кто выполняет дефиле с автоматом Калашникова. Ни для кого не секрет, что день солдата проходит строго по распорядку. В первой половине дня много самых разных занятий. Причем в РПК одни солдаты занимаются у мемориала, который находится на территории части. Это венконосцы и караульные. Другие отрабатывают элементы дефиле, ну а остальные – строевую подготовку. Но каждый солдат должен уметь все из перечисленного. Тренировки тренировками, а обед по расписанию. Вот так с песней и строем солдаты идут в столовую. В столовой, как и везде, все по команде. На обед отводится примерно 20 минут, после этого около 40 минут на отдых. Ну а затем общая физическая подготовка. Кстати, в РПК в связи с тем, что солдаты ходят особым кремлевским шагом, это когда угол подъема ноги составляет 90 градусов, большое внимание уделяется упражнениям на растяжку. Скажу вам честно, физподготовка далась мне с большим трудом. Я на своем опыте убедилась, что служба в армии все-таки по плечу только настоящим мужчинам. Хочу напомнить о том, что вы можете отправлять свои сообщения на короткий номер 123. Таким способом вы можете пожелать доброго утра всем своим друзьям, знакомым, коллегам и вообще всем тем, кто прямо сейчас собирается на работу или учебу. Трогательная смс-ка о любви может сделать счастливой любую женщину. Как все-таки мало женщинам нужно для счастья. Ну да, цветы, шоколад, смс-ка. Впрочем, есть и те, кого могут осчастливить только шуба или бриллианты. Не сомневаюсь. О женских гормонах счастья расскажет Ирина Гуска. Уже давно не секрет, что счастье так просто не получить. Зато его можно достигнуть за счет действия некоторых гормонов. И даже существуют женские гормоны счастья, присущие исключительно слабому полу. Вспомните, как мы, женщины, ведем себя во время просмотра трогательной комедии. Ведь мы улыбаемся и даже можем пустить счастливую слезинку. А какие чувства вызывают в нас дорогие мужчины? Ведь наверняка у каждой при виде любимого начинает учащенно биться сердце. Все это проделки женских гормонов. Ими даже можно научиться.
научиться управлять. Каждому из нас приятно видеть счастливых, улыбающихся людей. И обидно становится, глядя на унылых, поникших людей. Что произошло? Оказывается, не обязательно быть влюбленным, обнимать своего ребенка, улыбаться ему, испытывать счастье. Это, оказывается, у нас сбой произошел в нашем организме. То есть перестал вырабатываться гормон радости, гормон удовольствия. Это серотонин или эндорфин. Итак, начнем со всем известного гормона счастья и радости – эндорфина. Именно он может привести женщину в состояние эйфории. И сколько ни пытались ученые выпустить эндорфин в таблетках, ничего не вышло. Поэтому, наверное, и говорят, что счастье в аптеке не купишь. Однако не стоит расстраиваться. Этот гормон все-таки можно получить, когда вам этого захочется. Можете прочесть книгу или послушать легкую музыку. Это принесет вам удовольствие. А можете просто съесть шоколад или заняться спортом. А вот если вам не хватает гормона серотонина, то спокойного и здорового сна вам не видать. А ведь хороший сон – залог счастливого утра. У оптимисток, кстати, этого гормона в крови предостаточно. Серотонин вырабатывается только клетками мозга. В продуктах питания он не содержится. Но единственный предшественник серотонина – это аминокислота триптофан, содержится в продуктах питания. И самый легкий путь получить этот триптофан – это выпить чашку кофе, чашку чая, скушать вкусную булочку, скушать конфету. А следующий гормон считается исключительно женским – эстроген. Именно им природа обделила наших мужчин. Этот гормон красоты помогает нам, женщинам, удерживать влагу в организме, благодаря чему наша кожа надолго сохраняется гладкой и мягкой. Однако с возрастом количество этих гормонов снижается. В чем содержится эстроген – женский половой гормон, который вырабатывается желтым телом? Он содержится в дрожжах и в пиве. А эстроген способствует формированию половых признаков женщины. Это появление груди, маленького животика, красивой фигуры и тому подобное. И поэтому любители пива, которые увлекаются, они получают излишнее количество эстрогена и получается пивной бочоночек, пивной животик. Следите за своим питанием, занимайтесь спортом, получайте больше позитивных эмоций, и тогда женские гормоны счастья всегда будут присутствовать в вашем организме, а вы будете больше улыбаться и чувствовать себя по-настоящему счастливой. Через 2 недели начинается русская масленица. В каждом доме готовят блины, тонкие, толстенькие, на молоке, на кефире или даже на воде, с начинкой и без. Но масленицу отмечают не только на Руси. Например, у греков она начинается уже сегодня. Греческая масленица длится 3 недели перед Великим постом и называется апокриес, что буквально означает «без мяса». В старину именно в это время у крестьян заканчивались мясные запасы. Именно поэтому праздничный стол на масленицу у греков сильно отличается от нашего. Чтобы символически попрощаться с мясными блюдами, греки готовят не блины, а десятки вариантов жареного мяса. Ну и, конечно, какая масленица без гуляний? В Греции, в каждом городе и деревушке в эти дни проходит большой карнавал. Давайте посмотрим. Буквально через 2 недели у нас наступит Масленица. А вот в Греции она началась еще вчера. Там этот праздник обязательно сопровождается ярким карнавалом, народными гуляниями и выступлениями. Мужчины переодеваются в женщин, а женщины в мужчин. Яркие маски, костюмы, хлопушки и фейерверки. Держась за руки и танцуя под веселые песни, ряженые обходят все улицы и кварталы города. Всем, даже незнакомым или приезжим, принято желать здоровья и долгих лет жизни. В таком виде и в гости ходят. Эти мероприятия продлятся целых 3 недели до Великого поста. Главный день 3-недельного праздника – четверг. Люди выносят на улицу мангалы и жарят мясо в веселой компании родственников и друзей. Все наедаются жареной свининой и говорят «прощай, мясо». Еще в древности апокриес представлял собой яркий карнавал и являлся символом пробуждения земли после зимы. Весну греки всегда приветствовали бурными танцами, маскарадом и театрализованными постановками. Считалось, что это отгоняет злых духов и приносит хороший урожай в будущем году. В эти праздники люди забывали о каких-либо спорах, разногласиях, обидах и просто радовались жизни. Заканчивается греческая масленица в чистый понедельник, то есть в день начала Великого поста. И это все на сегодня.
Впереди новый день, новые впечатления, встречи, события и, конечно, новые интересные передачи на Первом Приднестровском. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день и только позитивных новостей. До встречи!